Друзья, всех приветствую, находимся в BMG Drive Online, и сегодня меня ждет, как летчика, боевая задача. Самая настоящая боевая задача, серьезная, поскольку мне сегодня нужно будет уничтожить лимузин президента. Охрана, которая пытается его в этот момент спасти, сделает все и разовьет любую скорость, только лишь спасти жизнь Владимира Владимировича. Товарищ охранник, вы готовы спасти его? Мне очень страшно, но я отдам жизнь за него. Я надеюсь, что у вас получится, но и при этом надеюсь, что у меня получится. Вот эти вот ракеты, друзья, и вот эти вот пулеметы должны сегодня покорить господина президента. И все же твоему призику не поздоровится, поскольку у меня есть боевое оружие, которое со 100% вероятностью влетит прямо в твой автомобиль. Самонаводяшки? Я вижу, что у тебя есть самонаводящаяся ракета, плюс пулеметы, и на крайний случай ты еще можешь камикадзе использовать в мой лимузин. То есть вариантов у тебя очень много, а у меня вариантов вообще нет, только от тебя удирать получается. Да, ты прав, три варианта, и впервые я буду пробовать, конечно же, пулемет. Во второй части это уже полетят ракеты. Если не сработает, ни за каким чудом это может не сработать, то, конечно же, уже будет самоубийство. Надеюсь, до этого не дойдет. Но у тебя есть преимущество. Ты можешь заезжать в гаражи, прятаться под столбами, еще где-нибудь. В общем, прятаться от этой злостной птички. Прятаться от тебя, я думаю, плохая идея, потому что если я где-то встану, то твоя самодействующаяся ракета меня сразу поразит. Но, тем не менее, если я не смогу взять тебя силой, то буду брать умом. Единственный мой план — это от тебя удирать по какому-нибудь шоссе. И, господи, как же это стрёмно выглядит, когда ты летаешь там над городом, пытаешься в меня врезаться. Знай, что я слежу за тобой. Я всегда слежу за тобой, я вижу, как тебя заносит. Так что будь, пожалуйста, аккуратнее. Уметь управлять нормально. Тебе это нормально, ты там летаешь в воздухе, у тебя нет проблем с заносом и тому подобное. Проблем с заносом нет, но, блин, учти, что мне нужно на круги постоянно выходить, чтобы за тобой идти. Это надо уметь управлять самолетом. Я тебя вообще потерял из виду, я не знаю, где ты находишься. Ты где, сзади, спереди? Я очень далеко. Я вижу тебя сзади. Так, слушай, ну у меня есть план. Гениальный план, я думаю, что он сработает, по крайней мере, на этот пролет. Все, рабочий, как швейцарские часы. Ну, это нечестно! Да, это нечестно! Не, я сейчас развернусь и ракеты пущу сразу в тебя. Давай не езжи, пожалуйста. А если бы я был под мостом, твоя ракета меня не поразила бы наверняка. А я бы так спустился, чтобы поразить. Я же видел тебя издалека. То есть я сейчас могу низко полететь. Я могу и низко летать, поэтому учти это тоже. На самом деле, здесь мне очень сильно будут помогать елочки, потому что хотя, блин, я не знаю, как твоя ракета работает. Она ведь наверняка может через любые препятствия меня облететь с типовым. Черт! Чё, нифига себе! Я пролетел! Я разбился! У меня был шанс сейчас! Я разбил. Ты видел, как тебя влетели? Блин, ты меня очень жестко обстрелял. Там водителя, мне кажется, подстрелил. Да, водитель умер, но президент жив. Ну что же, теперь я в роли убийцы президентов. И поскольку из тебя пилот вышел такой себе, то, надеюсь, у меня получится лучше. Ну слушай, тебе реально повезло, на самом деле, только потому, что я не профессионал и разбил свой самолет. В этом а был мой минус. Кто сказал, что я профессионал? Я такой же неудачник, как и ты, скорее всего, сейчас тоже разобьюсь. Но тем не менее, президента попробую прикончить. Ну попробуй, а я пока в свою очередь свалю, потому что мне нужно срочно на трассу. Не скажу куда, конечно же. А я и так буду видеть, куда ты едешь. Слава богу, здесь ты издалека подсвечиваешься, даже надо разглядывать твою мелкую точку. Блин, на самом деле, лимузин не такой маневренный, я думаю, ты заметил, да? И это лимузин тоже... Лимузин вообще не маневренный, его и заносит еще, то есть управлять им надо постараться, сильно не разгонишься. Согласен, только если на прямой трассе, а это, наверное, и будет победным, выйти на прямую трассу куда-нибудь. Так, подальше. Пока так, вроде слушай, не видно. Но я уже занял хорошую позицию прямо позади тебя. Идеально могу тебя расстрелять сейчас. Да не надо, подожди, ты где? Пошло дело. В смысле пошло? Да куда? Ай-яй-яй-яй, я вижу. Я вижу эти ракеты. Нет, рядышком. Черт, рядышком. Прямо рядышком. Такую хорошую позицию занял, прям за тобой летел. Но ничего, сейчас второй заход будет. Слушай, ну ты летишь очень быстро прям, я заметил. Ты попробуй скорость зафиксировать. Это очень быстро, чуть-чуть сбавь. Вот на 300, я тебе говорю, очень удобно брать позицию на 300. Хотя зачем я вообще тебе подсказываю? Я пытаюсь защитить президента. Спасибо, на самом деле. Спасибо большое за подсказочки. Так, сейчас новый заход уже делаю. А там тоннели нет случайно? Потому что тоннели это, по-моему, идеальная позиция. Блин, я опять делаю заход на скорости 600 км в час. Господи. Можешь сбрасывать. Идея. Можешь сбрасывать я потихонечку. Я прямо над тобой. Попробуй тебя сейчас обстрелять здесь. Здесь...
Ай, не смог нормально зайти. Охренеть, ты пролетаешь быстро. Да. Это страшно выглядит. Слушай, ты там, блин, где ездишь? Прям вокруг горы, я даже подлететь к тебе не могу. Слушай, я развиваю скорость, мне нужна скорость побольше. Так, ладно, я вижу, куда ты поехал. Начинаю занимать позицию за тобой, надеюсь, что сейчас получится. Ну, блин, ты выбрал такую позицию. У тебя гора вокруг и очень мало вариантов подлета к тебе. У меня ни хрена не гора. Все, я уже давно за ней. Вот ты где не поняла. Вижу тебя. Я вижу, я прям за тобой. Ё-моё. Так хочется в тебя ракету запустить сейчас. Вот надеюсь, сейчас опасно. Надеюсь, эта дорога будет достаточно прямая, чтобы я успел до тебя добраться. У него мало патронов уже, кстати. 170 еду. Эй! В два раза меньше меня. Эй, опасно! Опасно! Обстреливаю тебя прям сзади. Блин, ни хрена себе! Есть, разлетелся! Блин, ух ты ж! Ты не поверишь! Прилетело шасси! Шасси твое прилетело прямо в президента! Реально? Да, прямо на место президента! Охренеть! Это совпадение! Ты его травмировал, в любом случае, своим шасси, но ты задачу практически выполнил, но не убил, не ликвидировал. Это невероятно. Закончились патроны, в самый нужный момент они закончились, прямо когда над тобой пролетал. Уже надо было ракету в тебя запускать, мне кажется. Блин, я хотел посмеяться после того, как ты разбился, но когда прилетело шасси в президента, это просто жесть. Получается, что у нас пока 1-1, по идее, ты разбился на самолете, я разбился, но президент был не уничтожен, что странно. Хотя попыток, ну, тут и ракеты, и все есть, пожалуйста. Ты не использовал ракеты, это тоже мне непонятно. Ракета... Блин, используй ракету 400, она с самонаведением, я тебя могу уничтожить сразу на взлете, но сейчас главное, чтобы ты проявил человечность к президенту и ее тоже не использовал. Согласен, а постарайся так аккуратнее, 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 пожалуйста. А вы сами находитесь. Машину. На взлетной полосе сами находитесь. Так, все, я готов. Ладно, ладно, я тебя услышал. Слушай, это твои дела сейчас, пока ты будешь уезжать, ты сам виноват. Мне наоборот легче тебя убрать в аэропорту прям. Так что я уже разворачиваюсь. На самом деле, да, поэтому я сейчас быстро в город. В городе, на самом деле, от тебя увернуться попроще будет. Ну, не знаю, что там будешь сейчас делать. Мне очень страшно, что ты теперь ракету можешь использовать, и это реально страшно. Я не буду ее сразу использовать. Я хочу именно тебя убрать профессионально вот этими вот патронами. Мне кажется, это будет... прям за мной! Это будет очень... Чёрт! Так, здесь... Ай, ты гребаный столб! В столб влетел! Ты видел? Если бы не он, я бы вышел! Я это видел. Блин, я думал, ты сможешь пролететь, я даже столба там не видел. Блин, я надеюсь, ты мне дашь шанс, потому что сейчас просто невероятное событие произошло. Откуда, я не знаю, там был? Я даю тебе шанс, учитывая, какой ты никудышный пилот. Спасибо. Я проявил теперь уверенность в себе, что ты меня не собьешь. Спасибо. Спасибо большое. Проявил уверенность. Хорошо, сейчас все сделаем. Так, господин президент, не переживайте. Сейчас доставим вас в целости невредимости в ваш личный бункер. В бункер ты меня не достанешь. А что за бункер? Расскажите, пожалуйста. А это секретный бункер, я не буду тебе рассказывать, тем более, что ты немецкий летчик. Чуть-чуть секреты буду государственной тайны тебе рассказывать, нет, конечно. То есть вы отказываетесь летчику объяснить, да, про бункер? Да. Хорошо, я принял вас. Я вас услышал. У меня есть идейка хорошая. Тут есть поворот еще налево из этого города, и учитывая, что я очень сильно от тебя оторвался, думаю, что я смогу тебя обхитрить. Ну знаешь, мне вот сейчас смешно. Ты сказал, что ты оторвался. Мне просто очень сейчас смешно, на самом деле. Ой-ой-ой, ты уже заходишь, блин, рядом со мной стреляешь. Ой-ой-ой. Никуда. Я думаю, сейчас опять летишь куда-нибудь. Слушай, от первого лица на самом деле тоже удобно. Можно заходить. Это выглядит хорошо. Но. Не сработало. Вижу так, прекрасно тебя. Так, я немного тебя. Здесь потерялся немного, но вроде я вижу шоссе, по которому можно будет оторваться. Да, ты прям на него выезжаешь. Ты прям на него выезжаешь. Ага. Налево сейчас хорошо, тебе, наверное. Блин, я тебя потерял из виду. Зато я тебя вижу. Блин, я тебя не вижу. А вон ты где? Ё-моё, какой ты мелкий. Зато я тебя вижу, сынок. Ой, хорошо, не смог зайти на это тяжело, у меня скорость тоже огромная. Так, сбавляем нафиг скорость. Какая? По 600 также. Да, ты очень быстро мимо меня пронесся, я видел. Я сейчас буду контролировать скорость, я вообще ее не контролирую, потому что мне все. Слушайте, внимание на тебя. Господин президент, можем остановиться, выпить кофейку, но так не надо шутить. Так не надо шутить, пожалуйста. Здесь ёлочки, не смог. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Прям очень близко к моему багажнику был твой обстрел. Ты видел прям патроны, как летят? Да, конечно. Но красиво. Не забывай, у тебя-то патроны тоже там заканчиваются. И я экономлю. Я только в самый ответственный момент пускаю, конечно. Блин, а я там обстреливал тебя, знаешь, по полной. То есть всю обойму в тебя всадить пытался. Блин, вот так, ёлки очень сильно на самом деле мешают. Они затрудняют обзор сильно. Да, блин, да, ты видишь? Такое.
Ты видишь меня? Я вижу. Нет! Слушай, пец! Я, честно сказать, думал, что будет гораздо проще убить так президента, но сколько раз мы уже влетали куда-то, я понимаю, что это очень сложно. Ну, хорошо, хорошо, все, пока что в любом случае ты еще не победил нас, поэтому мы поедем быстренько, пока. У меня сейчас припасен секретный план. Главнокомандующие позвонили и сказали: вы что творите? Давайте решайте вопрос любой ценой, ценой жизни. Поэтому, я думаю, ты догадалась, что я хочу сделать. Ракеты? Нет, не ракеты, я сделаю камикадзе в тебя. Что? Придется пожертвовать своей жизнью. Хотя пилот может катапультироваться в целом. Ты слышишь, что сейчас происходит? А я смеюсь. Почему? Почему? Потому что ты даже пулькой в меня ни разу попасть не смог. А тут самолетом хочет в меня четко попасть. Ты в своем уме, нет? Вообще пулькой попасть гораздо сложнее, мне кажется, будет, чем просто самолет в твой лимузин. У тебя пулек много вылетает, и разброс большой. А тут ты самолетиком должен ровно в точку попасть. Все, не смеши меня. Не смеши, как господин президент, он уже смеется. Он смеется и пьет чай. Я в любом случае попробую. Правда, пока ты в городе, я не смогу в тебя попасть, так что, наверное, на следующий заход. На следующий? Пожалуйста, я даже на тебя внимания даже не обращаю, потому что я знаю, что я теперь понимаю, серьезно? Что тяжело. Ты конечно. Ты настолько самоуверенный, что внимание... А, блин, ты налево начал поворачивать. О, да? Ой-ой-ой, я вижу, стреляет! Стреляет! Ни хрена себе! Вот тихо. Это! Вау! Ничего себе, развалился на кусочки! Это слушай, я не пытался в тебя попасть, честно ладно, говоря. Ладно, смотри, я дам тебе, ты мне дал тогда возможность, я дам тебе тоже прямо сейчас, взлетай, иди, а я пока поеду дальше на шоссе. Мне кажется, так будет справедливо сейчас. Тем временем, пока не до пилот пытается взлететь, мы с вами выезжаем на шоссе, включаем мигалочку и спокойненько едем себе. Слушай, ну ты на себя посмотри, заметь, как у нас все одинаково происходит. Ты там со второй попытки или какой-то третий тоже сразу разбился, и я тоже. Так что сейчас все должно быть поуспешнее, я думаю. Ну, не знаю, не знаю, все равно это тяжело. Очень тяжело, учитывая, деревья здесь тоже мешают. Ты сразу за городом, и я сразу могу выбрать траекторию на тебя, а не делать этот огромный крюк. Да делай, что хочешь. Я не думаю, что у тебя получится в любом случае. Ты где вообще там? Ё-моё, сзади. Я сзади тебя лечу. Да, страшно. Ты там за ёлочками пытаешься спрятаться. Мне нужно выбрать такой момент, где свободная дорога и ёлочки не помешают. А тут везде ёлки. Тут везде ёлки, деревья, и навряд ли тебе получится. А можете, пожалуйста, другую дорогу выбрать, где нет ёлок? Ну, впереди, наверное, будет такой... Сам ищи просвет. Что я тебе буду подсказывать? Я просто еду, везу президента. Причем с большой скоростью, я вам хочу сказать. Блин, тут ищи поворот впереди тебя. Я могу, конечно, на обстрел попытаться сейчас пойти. Ладно, что я и сделаю. Очень хороший обзор. Очень хорошо сзади тебя лечу. Так что... Блин, опасно. Погнали. Да ё-моё! Боевую задачу. Отстань! Ай-яй-яй-яй-яй, пожалуйста! Близко полетает? Да, близко, конечно. Аккуратно только, пожалуйста. Не зацепите так, ну, президент. Здесь я... Ой, хороший, хорошо. Есть! Слушай, ну это красиво, но часть летает. Слушай, опять чуть не прилетела в меня часть твоя. Обалдеть. 10 метров там было буквально между самолетом и президентом. Хорош, хорош. Господин президент, чуть в порядке себя? Да, говорит, все хорошо, и посмеялся еще. Слушай, ну я могу с уверенностью сказать, что господин президент сегодня и над тобой, и надо мной посмеялся несколько раз. То есть... Не переживай, немецкая главнокомандующая выслала еще один истребитель за тобой, поэтому смеяться тебе пока что рано. Ну это бессмысленно, я в любом случае спокойно еду дальше. Ой, слушай, какую ты дорогу выбрал, какую дорогу ты выбрал? Да, давай, давай, да, и что? Офигеть! Опять развалился на части. Вообще, ты просто рядышком, крыло пролетело. Вау! Вот ты говоришь, разброс там есть. Да фигня это все фигня. Офигеть, до сих пор кидает раз. Обалдеть, вот это частей, конечно, от тебя. Слушай, ну выжил, опять выжил, уже по прямой, все. Я лучший охранник. Ну вот ты говоришь, что ты лучший водитель. Но все, что ты делал, ты просто ехал прямо по дороге. Тебе просто повезло, нельзя назвать себя лучшим только из-за этого. Ну, согласен, да. Но я хочу и подтвердить звание лучшего пилота. Поэтому, пожалуйста... Приготовься тоже. Я смотрю, ты выехал на равнину я тут. Я точно на той же дороге. Так что давай продемонстрируй свой скилл. Я говорю, попасть этими пулеметиками нереально. Ну хорошо, пусть будет по-твоему. Ой, блин, как стрёмно, заходит прям сзади меня. И что? И что? Что? Ты задел... Ты задел асфальт? Нет. 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 Блин, там такие взрывы были, наверное, от твоего пулемета. Но, видишь, да. Не получилось. Ну подожди, я на круг еще иду. Скорость у меня слишком большая была. Это тоже учитывай. Но это все оправдание. Это все оправдание. Нет. По факту президента не остановить. Я еще лечу. Я уже позади. Так, скорость зафиксировал.
Готов? Блин, стрёмно. Я-то всегда готов. Блин, я прям на такую равнину вышел. Ой, хорошо. Ой, нет, хорошо. Нет. Ой, сзади меня прям по бокам. Капец, ой, хорошо! Капец, ты так низко еще летишь, тебе вообще не стрёмно, а? Обалдеть! Я не хочу разбиться, но при этом я и хочу попасть в тебя, в конце концов. Короче! Не хочешь разбиться, но метр между тобой и землей был. Слушай, ты извини, конечно, но пилот здесь я. Поэтому я буду использовать опасное боевое оружие. Нет. Да! Это запрещено. Чего это? Женевской конвенцией. Нет, я вынужден. Я вынужден, поскольку шансов я уже тоже не вижу, честно говоря. Нельзя я не его... Хочу. Так, окей, господин президент, нам нужно спрятаться. Единственный шанс выжить от самонаводящейся ракеты — эй! — это где-нибудь спрятаться. Куда вы, в лес пошли? Так, да, пошла ракета. Раз, два, три. Блин! Ты ракету запустил? Они на тебя не сработали, прикинь. Почему? Я не знаю. Там самолет, кстати, упавший. Ты едешь прямо на самолет упавший. Левее, чуть держи. Наверное, из-за того... Я вижу, кстати, его. Наверное, из-за того, что я в ёлки уехал. Скорее всего. Ну, только что, прям, реально, я пустил три... У меня последняя ракета осталась. Последняя. Ну ладно. Что ж, у тебя последний тогда шанс меня подбежать. Ага. Ты чё, забыл? Забыл, что у меня ещё есть ракета главная? Что? Самолёт. Ага. Я думаю, тебе не получится такое сделать. Я уже два раза пробовал, или три. Не получалось, если чё. Так, ладно. Итак... Последняя ракетка, давай, зафиксируй. Я тут выехал куда-то, пойми, куда. Реально, реально так и было. Ну, короче. Я тебя не вижу, ты где? Я над тобой прям летаю, но из-за деревьев я не могу зафиксировать. То есть он не дает фиксацию. Когда крестик появляется, тогда, да, так и есть. Отлично, обалдеть. Мистер президент нашел место, где я сейчас наугад стрельну! Удачи! Понятно. Я не зафиксировал победу. К сожалению, ребят, я разбился. Знаешь, я тебе дам шанс пострелять ракетами, но я буду увиливать. Я буду... Ура! Ура! Я ракеты! Буду увиливать. Это будет тяжело в любом случае. Хотя они самонаводящиеся, поэтому, наверное... Мне гораздо сильнее хотелось бы все-таки использовать главную ракету, как ты сказал, врезаться в тебя. Но я не упущу свой шанс тебя подбить. Слушай, то, что ты увиливаешь, тебе а давай не оттуда, что, давай издалека. Слабо? Издалека? Слабо издалека или нет? Оттуда прям. Не слабо, выпускаю ракету. Ай! Капец! Сразу же, моментально. А что ты хотел? Достаточно одного залпа и все, президента нет. Я не знаю, чем здесь мямлились. Ну что ж, раз ракетами я тебя победил, то сейчас и камикадзе выполню. Ты уверен, что такое получится? Конечно, конечно. Сейчас получится 100%. Главное, он тут мост тебе проехать. Ага, вижу птичку. Большое. Вижу птичку. Ну давай, ну что, не буду как мешать. Как тебя протаранить? Сзади, спереди, так сверху, как хочешь, снизу. Какой? Получится вообще, нет? Ой, и что ой, это? Ой. И что это ой, такое? И что это? Воу! Ой, зацепил! Ни хрена себе! Ты это видел? Вот это я называю камикадзе, я это видел. Ты накрутил, на стоп, накрутил прям. Ты сейчас вообще не оставил никаких шансов Владимиру Владимировичу, понимаешь? Я это и планировал ценой своей жизни. Вот так вот получилось. Ладно, я искренне считаю, что мистер Кей сегодня победил, да, в нашей игре. Если вам нравятся подобные игры, то обязательно, друзья, поставьте лайк. Также пишите свои идеи в комментариях. Классные будем реализовывать. Ну а я же, друзья, каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи и всем пока. Пока.